Сегодня мне хочется рассказать о летне-осеннем периоде камерного балета «Баку», связанном с 30-летним юбилеем нашего коллектива. Это серия классических фильмов на определенную драматургическую тему, связанную с тем или иным юбилеем великого композитора, который отмечает как бы весь культурный мир. Зачатки вот этого жанра политических фильмов, он имеет свою как бы предысторию. В истории балета известен факт, что на сцене, в частности, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, изредка на празднике возникал определенное такое представление, которое являло собой жанр живых картин. Открывался занавес, и на фоне живописного полотна была собрана определенная мизансцена из статистов, артистов мимансов и других артистов театра, которые изображали некую картину на исторический сюжет или на какой-то бытовой жанр, который был узнаваем, наверное, зрителям, и в течение какого-то определенного времени аудитория рассматривала это представленное изображение, и потом как бы без музыки в полной, так сказать, тишине занавес закрывался. Изучая творчество Леонида Федоровича Мясина, фаворита и балетмейстера русских сезонов Сергея Дягилева, я столкнулся с таким жанром, как классические позы. Он возник в творчестве Мясина сразу после ухода из Дягилевской антрепризы, где его великие сотрудники Пабло Пикассо и Эрик Сати, которые принимали участие в 1917 году при постановке балета «Парад»,
Вот этот творческий триумвират встретился уже как бы в свободном плавании Мятина и создали балет «Меркурий», точнее «Les aventures de Mercure», то есть «Приключения Меркурия», но он закрепился как «Меркурий». Опять-таки на музыку Эрика Сати в оформлении Пабло Пикассо. Балет был показан в рамках парижских вечеров Этьена де Бомона и имел очень широкий резонанс общественный и культурный. Зная весь этот материал, поднимая как историк, как критик балетный, я знал о существовании классических поз Меркурия и живых картин. И как бы оставшись вот после мирового кризиса руководителем и лидер-танцовщиком камерного балета Баку, я решил создать вот здесь классические фильмы, которые как бы отталкиваясь от предыдущих жанровых предпосылок, создали достаточно оригинальный новый жанр, связанный уже с интернетом, потому что с фотоискусством интернета. И так возникли ряд наших проектов, такие как «Корсар» на музыку Берлиоза, диктора Берлиоза, «Гамлет и времена года» Петра Чайковского, «Океаниды» и «Туанельский лебедь» Яна Сибелиуса, «Испытание Дониса» Александра Глазунова. «Мидас» на музыку Александра Скрябина, поэма «Экстаз». И «Мидас» и «Аполлон» на музыку Игоря Стравинского, симфонии «Ан и Пе». Ну и ряд других проектов, такие как «Скарамуш» Дариуса Мийо и другие, так сказать, наши проекты. Thank you.
предлагаю еще раз нашим зрителям, нашим поклонникам камерного балета и вообще искусства репертуара шире поискать в YouTube вот эту страницу Рашида Ахмедова Карацева, где представлен широкий спектр наших подборок вот этих фильмов, связанных с летним, осенним сезоном 2015 года, опять-таки посвященный 30-летию камерного балета Баку и 50-летию моей творческой деятельности как актера и представителя хореографического искусства в искусстве балета.